Виктор Иванович, Наталья Анатольевна, Галина Викторовна. Отец, мать и дочь. Династия Визер, специальная коррекционная общеобразовательная школа-интернат первого вида, не просто гордится. Общий стаж только этих педагогов здесь более 90 лет. А началось все с бабушки Галины Дмитриевны Визер, которая проработала в школе-интернате 49 лет. То, что сейчас вот уделяется большое внимание именно вот этим династиям, это, знаете, повышает престиж профессии, потому что я вижу, как горят глаза Галины Викторовны, когда мы говорим о том, что она пошла по стопам вот такой трудной профессии. Она и трудная, и интересная одновременно. И в нашей школе семья Визер – это как показатель, наверное, традиций семейных. Галина Викторовна Визер работает в этой школе-интернате уже 15 лет. С самого детства приходила сюда вместе с мамой, учителем начальных классов Натальей Анатольевной. Дома проверяла вместе с ней тетради. Теперь и сама классный руководитель, и педагог дополнительного образования. Галина Визер разработала уникальную методику для детей с нарушением слуха и занимается с детьми жестовым пением, которое помогает в том числе и развить остаточный слух. Эти дети особенные, как бы они мне нравились. Интересные, хотелось так учить их, открывать им мир, давать знания. Как и дочь, Виктор Иванович Визер в свое время пришел в школу вслед за своей мамой, Галиной Дмитриевной Визер. Свой выбор сделал, не задумываясь, сразу после армии. И вот уже более 30 лет преподает детям изобразительное искусство и труды. Не только ученики гордятся своим учителем, но и он ими. Работы его ребят занимают призовые места на всероссийских конкурсах для детей с нарушением слуха, зрения и другими особенностями развития. С инвалидами работают. Ну как они, не инвалиды, просто немножко не повезло, но мы их адаптируем, выводим в жизнь. Также они у нас и прекрасно адаптируются в окружающей среде, в соцсреде. Наталья Анатольевна, учитель начальных классов, пришла в эту школу вместе с мужем. Сначала работала обычным воспитателем. Говорит, с этими детьми легко работать. Для них педагог – проводник в окружающий мир. Дети плохо слышат. Принимают информацию только от нас в основном. Потому что если слышащий ребенок, он слышит улицу, он слышит родителей. Наши дети не слышат. То есть они всю информацию принимают только от нас. Сегодня в семье Визер подрастает двое внуков. Их мама Галина не исключает, что спустя еще несколько лет в родную школу-интернат придет работать уже четвертое поколение этой замечательной семьи, настоящих приверженцев профессии учитель. Светлана Садовая, Станислав Лазебный. Новости на Восьмом.